Сегодня к нам в подборку попали аварии, если так можно выразиться, однозначные. В каждом случае есть водитель, который явно нарушал правила. Грубо или не грубо, но они приводят к авариям, довольно сильным. Сейчас обо всем расскажем по порядку. Победа Шевченко – словосочетание, без которого не обходится ни один наш последний выпуск. Одно из самых сладких мест для аварий. В очередной раз водители не могут запомнить правила проезда этого перекрестка. Автомобиль, поворачивающий налево, должен был пропускать машину, двигающуюся прямо. Хоть для движения второго авто и загорелся уже желтый, но про то, что двигаться на желтый можно, если для остановки потребуется экстренное торможение, мы помним. Кольцо Мира – еще один участок большой концентрации ДТП. В последнее время этот участок, слава богу, попадает к нам реже, и водители, видимо, хотели нам про него напомнить. Водитель, который с левого ряда кольца пытался выехать с него, должен был пропускать авто, двигающееся по правой. Повреждения в данном случае не масштабные, но время придется обоим потратить. Орская победа. Да, участки сегодня в рубрике «Все как на подбор», да и авария для данного перекрестка вполне банальная. Мало того, что при совершении маневра водитель черной иномарки должен был уступать, так на этом участке вдобавок есть знак, запрещающий поворот налево. Но, как мы видим, нарушать его хотел не только черное авто. К тому же водитель после первого столкновения протаранил еще один авто. Вы тоже можете следить за дорожным трафиком в Оренбурге на сайте maps.ufanet.ru.